Всем доброго времени суток. Решил отснять видео с LED лентой RGB. Вот, с пультом дистанционного управления и модулем, который я заказывал по отдельности, то есть это уже не в комплекте идет, это две разные вещи. Вот, и попробуем сейчас испытать его в действии. На прошлом видео испытать не получилось из-за технических проблем. Вот решил отснять новый видеоролик и показать, работает наша система или нет. Ссылку на предыдущее видео оставлю в описании или выложу где-нибудь на экране. Вот наш модуль, пульт. Сюда я предварительно поставил батарею. Батареи здесь не было. Вот, сейчас мы подключим нашу подсветку и посмотрим ее в действии. Кстати, блок питания. Что касается блок питания, он у меня тут такой простенький вообще, на 5 вольт 1 ампер. Хотя наша подсветка рассчитана на большее напряжение. Как видите, у нас подсветка включилась. Давайте попробуем красный цвет, зеленый. Светло-зеленый, синий. А вот этот white. Главное, что white, белый цвет у нас на нашей ленте отсутствует, поэтому он белый не включает, а включаются все цвета. Также разные цвета. Желтый точно так же. А вот эти вот кнопки у нас отвечают за разные частоты, которым они будут включаться. Вот это вот от меньшего к большему. Это у нас перемешивание цветов с аккуратным таким тихим потуханием. Это у нас быстрое. То есть, как вы видите, вот я сейчас выключу, выключил и включил. И он включается у меня на том, где я его, в принципе, остановил. Как вы видите, подсветка у нас ледовская полностью работает. На одном из обзоров я видел, что человек говорил, что вот пульт заказывал несколько штук, и они не подходили под ту подсветку, которая у него есть. Не знаю, мой пульт подошел с первого раза. Пульт с этим модулем я заказывал отдельно у другого продавца, а подсветку заказывал у другого продавца. Ну, они прекрасно все сходятся. Все ссылки и ссылку также на видео, ссылку также на приобретение вот этих товаров, если вам это интересно, оставлю под описанием. Ждите новых выпусков.